Учиться, учиться, еще раз учиться. Нынешние власти от завещания вождя мирового пролетариата не открещиваются. Напротив, пытаются сделать процесс наиболее комфортным. О том, как преобразятся школы к новому учебному году, поговорили на заседании регионального правительства. Проводятся масштабные ремонтные работы в 63 муниципальных школах и 17 областных школах-интернатах. На эти цели направлено 110 миллионов рублей. На закупку нового учебно-лабораторного компьютерного спортивно-технологического оборудования из федеральных средств будет израсходовано более 268 миллионов рублей. В бюджетах муниципальных образований на подготовку школ к новому учебному году запланировано свыше 340 миллионов рублей. Приоритетным направлением в работе все же остается безопасность ребенка в учебном заведении. Каждая школа должна соответствовать нормам противопожарной безопасности. К охране необходимо привлекать частные предприятия. Но для начала у школ должны хотя бы появиться заборы. Понятно, что хороший, там, серьезный, высокий забор, он стоит больших денег, да? Но сделайте хотя бы времянки с легами, там, как-то сделайте, чтобы обозначить территорию. Кроме срочной установки заборов, губернатор предложил проработать вопрос и с бесплатным горячим питанием для школьников. Некоторым детям оно приходится не по вкусу, если, например, дома ребенок питается деликатесами. Помню, когда вот я учился, у нас... В каждом классе было несколько человек из малообеспеченных семей, и определялось это родительским комитетом, которые кушали бесплатно. А все остальные, значит, у кого позволяла возможность родителей, значит, давать деньги там на обеды и на завтраки, то никаких проблем нет, мы пошли в столовую и выбирали то, что там нужно было. А вот конкретно родительским комитетом определялась адресная помощь. Может быть, лучше перейти на вот это? Такая адресная поддержка позволит выявить, кому бесплатное питание действительно необходимо. Кроме того, есть вероятность, что увеличится количество денег из расчета на одного школьника. А значит, и обеды будут вкуснее. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.